Привет, как дела? Хорошо, по-моему, да, нормально. Господин Евграфов собственной персоной. Спасибо. Вот я помню, ты прислал заявку на Гран-Пьяно, и у тебя было в финале три концерта на выбор для жюри, да? По-моему, это был третий Бетховена, да. Это был второй Шостаковича, концерт Мейеровича, да? Да. Правильно? Это да. Концерт, откуда ты знаешь этот концерт? Это, во-первых, премьера его мировая была. Михаил Александрович Мейерович, композитор, да. Он был знаком с моими родителями, вот, он... Замечательный композитор. Да, ну, он написал это произведение еще... В юности? Ну да, в юности, я год точно не помню написание. Угу. Вот, и с тех пор он не исполнялся. То есть... ты уже сыграл его или нет еще на публике? Я его играл на публике, уже да. Мировая премьера, то есть была уже? То есть была, да, была уже. Я тебя еще помню по конкурсу «Сбербанк Дебют», помнишь? Ты приезжал совсем еще юным. Да. А там ты какой концерт играл в финале? Я играл Голубева. Голубева. Видите, какой оригинальный молодой человек. Он всегда ищет что-то оригинальное, новое. Замечательная музыка, кстати. Ты нас всех тогда поразил. Необычностью, во-первых, выбора концерта в финале. Еще хочу сказать, что молодой маэстро на конкурсе Гран-Пьяно играл свою собственную сонату. Номер 14. Вы можете себе представить? Ты уже 15 написал, я слышал? Да, летом. Летом уже была написана новая соната. Вы представляете, какой темп? Есть такой знаменитый дирижер Сегестрем, знаешь, такой, похожий на Брамса. Он написал 245 или больше симфоний своих. Молодец. Он пишет каждый день вот симфонии. Да. Я желаю тебе успехов и в фортепианном творчестве, и, конечно, как композитор тоже, потому что твоя музыка произвела на нас уже очень большое впечатление. Спасибо. И вообще успехов. Ты брал мастер-класс у профессора Петрушанского, да? Да. Как твои ощущения? Очень интересно. Mm-hmm. И, в общем, он затрагивал технологические вопросы. Mm-hmm. Скрябина играл, да? Да. Mm-hmm. Поэму «К пламени». Пламени. И он ее очень детально изучал, он собирается записывать диск. Mm-hmm. Он хорошо владеет этим произведением, ну, как и Скрябиным, да. В частности, потому что он этим занимается в настоящий момент. Вот. Вообще, очень здорово то, что у нас члены жюри впоследствии встречаются с нашими лауреатами и дипломантами, потому что я считаю, что вообще это у нас конкурс, это формальное название, у нас все-таки фестиваль, у нас такая семья, и каждый хочет, чтобы у наших дорогих лауреатов и дипломантов все было хорошо, и чтобы все развивалось постепенно. И они всегда делятся своими советами и во время конкурса, и, конечно, здесь, в рамках нашего фестиваля «Звезды на Байкале», в нашем Доме музыки. Тебе понравился там рояль, кстати? Рояль замечательный. Да. Прекрасно. Да. «Пламени», а ты слышал Горовица? «Пламени»? Слышал, но он... Не близка тебе интерпретация эта, да? Интересная интерпретация, я слушал, но он... Он там добавляет, удваивает, кстати, много. Да, он удваивает там басы. Да. Ну, Борис Селович сказал, что лучше не прибегать в современную эпоху к этим средствам, потому что сейчас это уже не так. Хорошо. Ну, я да. тебя поздравляю и добро Спасибо. Пожаловать в Иркутск. Рад тебя везде видеть. Спасибо. Спасибо. Желание нормальное. Купить здесь избу, искупаться в Байкале, это вот наши гран-пьяновцы, и поиграть в футбол, да? Ты хочешь Конечно, футбол? Да. Ты играешь в футбол часто? Да. Я даже занимался. Ты занимался профессионально? Да. А ты Нет, еще... не профессионально. А чем-то ты еще занимаешься? Вот в ролике на гран-пьяно у тебя были какие-то... Помнишь, ответы, ты чем-то еще... Электронная музыка тебе нравится? Ну, Правильно? Я люблю разные другие жанры музыки, и слушать, и писать, например, танцевальную и электронно-танцевальную музыку. А также... Электронно-танцевальная музыка. Может быть, нам устроишь вечер танцев как-нибудь на фестивале, типа... а ты будешь диджеем, да? Да, я вот, да, вот у меня вот, увлечение вот. Диджея. Да, диджей. А еще я вот. Сразу увидел это по концерту Прокофьева, я понял, что у тебя есть что-то диджейское. Да. Какие еще у тебя успехи, расскажи? Ну, в футболе. Смотрел чемпионат мира по футболу? Конечно, болел да. Болел за наших? Да. Кричал, сорвал голос? Ну да. Как Акинфеев сыграл с испанцами, да? Да, потрясающе. Это... А потрясающе. Кто тебе больше всего понравился в нашей сборной? Нашей сборной Головин. Да, Головин. Да. А Зобнин не понравился? Зобнин... Ну как Зобнин? Он перепахал да. всю часть ну, поля, ну, он, да, он перебегал больше всех за весь чемпионат. Он как Серж Бускетс. Вот, очень молодец. Работу ответственно несет, как полузащитник. Абсолютно. Для вычищает всех все, нападающих. Вычищает все зоны да. и потом подготавливает. Да, это наш иркутянин, кстати, он родился в Иркутске. У него с Дюбой было очень хорошее сыграно. Да. Вот, у нас прекрасный разговор, мы пойдем о футболе беседовать. На этом фестиваль завершается. Значит так, Бускетс выходит один на один. Помнишь, когда, а как пять защитников, помнишь, сделал Черчесов? Невероятно. Да. Это же
же потрясающая стратегическая, тактическая абсолютно.